выставке в Навикулярте с Игорем Яновского и Николаем Садовника. Николая мы уже снимали. Эта выставка называется «Тот год, когда я понял, что Деда Мороза не существует». Да, да. А вот мы уже дошли до этого момента? То есть отказались ли мы от этого культурного генома, который в нас сидит, вот как, например, от того же электроника, гости из будущего? Или по-прежнему наивно полагаем, что Алиса должна была нас о чем-то предупредить? Вот что это за выставка? Это такой тест на остаточную информацию в каждом из нас? Ну, в первую очередь, это все же личная рефлексия, наверное. Да? Художник переживает свою жизнь, ему очень интересно заглядывать через зеркало истории. Там, тем более, выставка начинается как раз с зеркала, и он так интересно, любопытно, на мой взгляд, все это дело переживает. У каждого поколения есть свои якоря культурные. У кого-то это фильм или про электроника, у кого-то это зеленые баклажаны, купленный в детстве робот и там первый портрет мамы. Я думаю, что это не система знаков, а общество, а система личных переживаний. Поскольку здесь в основном молодежь, мне кажется, что они несколько процентов понимают происходящего на этой выставке, и все эти хэштеги непонятные им, и уж, конечно, герои. Вот это вот Кукушкина, во-первых, не все ее узнают в электронике, они все в нее были так влюблены, как Яновский, это же его героиня. И поэтому вот Дмитрий Гутов, по-моему, сказал, что фраза «плачет девочка в автомате» непонятно молодежи вообще, 100%. Что за автомат и что она там делает? И это вот то же самое, автомат такой для молодежи. Да ей чихать, понимаешь? Дело в том, что Улисса Джойсовского вообще никто не понимает. Главное написать к нему комментарий, чем мы, в принципе, и занимаемся, комментируя эту выставку. Я думаю, что художник не желает, чтобы его сразу раскрывали и понимали. Если бы он этого хотел, он бы делал тупые пейзажики, на которые пялятся в выставочном зале в других местах. Художник хочет, чтобы его разгадывали, чтобы его история была загадочной, и потому что душа художника, его нарратив, он достаточно сложный. Поэтому, ну, и не понимают, ну, пошли, посмотрели, ушли. Я, зайдя на эту выставку, сразу понял, что художник, например, понабрался московского концептуализма. И чё? А я сразу вспомнил свою первую любовь. Это была совсем не Кукушкина, а вот ТЭК. «Буераки, реки, раки. Руки-ноги береги. Красная шапочка». И что же с ней стало? Да, какая у тебя душевная травма детская оказалась. Ну да и ладно, вот так вот каждый попереживает. Для этого, наверное, искусство и существует, чтобы не просто любоваться, а о чем-то думать.